Детский квартал Новоснецова стал на один день большой площадкой здоровья. В гости к ребятам приехала команда специалистов. На базе домов семейного типа они разместили передвижные пункты, проходя через которые мальчики, девочки и их родители смогли, например, узнать подробнее состояние организма, пройти процедуру массажа и даже попробовать сил в единоборствах. Акция своевременная, потому что огромное время, во-первых, огромное внимание уделяется государством этим домам, ну а теперь и мы. Дома в ответ хотим сделать такое волонтерское большое интересное действие. Познакомиться с остальными домами в Брестской области. Возможно, в перспективе объединиться в общественное объединение. Возможно, просто сформировать такую педагогическую площадку для того, чтобы вместе решать проблемы, радоваться жизни и двигаться вперед. Социальный проект «50 добрых дел» приурочен к полувековому юбилею детской областной больницы. Кроме докторов учреждения, к большой акции подключились представители частных медицинских центров, работающих в первую очередь с детьми. На нашей оздоровительной площадке мы проводим осмотры, консультации, процедуры лечебного, профилактического, оздоровительного массажа, физкультурные упражнения, гимнастика. Все это позволит родителям быть более уверенными в отношении их здоровья, узнать о развитии ребенка. Первая акция оправдала название проекта «50 добрых дел». Именно по-доброму, с радостью мальчиков и девочек встречали на всех этапах. Конечно же, проект был по-своему нужен именно здесь. Каждому малышу доктора и спортсмены смогли уделить столько времени, сколько было необходимо для ответов на все возникающие вопросы. Было очень интересно. Я проводила осмотр как врач-педиатр в наряде Снегурочки. Мне было, конечно, очень интересно. Детям было удивительно интересно. Они не боялись. Вот это медицинское обследование, которое они сегодня проходят, такое комплексное, очень важно для этих детей. И когда будут такие же мероприятия проходить в других регионах области, то это тоже будет только во благо наших детей. Финал большого мероприятия получился не только зрелищным, но и запоминающим. От главного новогоднего сказочника Дедушки Мороза ребята получили памятные подарки. Но на этом история 50 добрых дел не заканчивается. Уже после рождественских праздников медики и спортсмены навестят ребят в домах семейного типа всей Брестской области.